Это когда, счастье, это когда ты, ну, читаешь книгу, знаешь свою культуру, занимаешься любой крымско-татарской деятельностью, танцуешь, выступаешь, делаешь какие-то стихи на татарском. Крымско-татарское счастье – это, наверное, здоровье, благополучие, духовное состояние, наверное, семьи, души, воспитание. Счастье у крымских татар, наверное, это берекет, тыншлык, аманлык для нашего народа. Это очень, по-моему, важно. Это родина. Счастье – это наш родной Крым. Семья, дом, чтобы родители счастливы были, и чтобы сам счастлив был, иншаллах. Семья, вера. Семья, наверное, быт, уют, полная семья, как минимум. Крымско-татарское счастье – это когда вся твоя семья разговаривает на крымско-татарском языке. Здоровье близких, семья, старики, ну это семья. Крымско-татарское счастье – это когда, ну, полностью, ну, как сказать, счастлива семья, когда все хорошо, нет болезней и так далее, я считаю, когда все здоровы, близкие, все хорошо в личной жизни. Крымско-татарское счастье – то, что мы находимся уже на своей земле. Вот это счастье. И вот оно, счастье у нас в руках.